миллионы авторских декораций, сотни эксклюзивных костюмов и, конечно, незабываемые номера титулованных артистов Росгосцирка в уникальном шоу «Гейрадзе. Песчаная сказка». По многочисленным просьбам нижегородцев гастроли шоу продлили на весь март, при этом в регионе отменили систему QR-кодов, а значит, увидеть уникальное цирковое шоу сможет любой желающий. Захватывающий полет воздушных гимнастов — лишь часть искрометного шоу. Зрители увидят мастеров конной акробатики, жокеев, ловких акробатов на мачте и жонглеров на моноциклах, познакомятся с очаровательными лайками, двугорбыми верблюдами и другими четвероногими пушистыми пернатыми артистами. Главный сюрприз и единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. Артисты шоу «Гейрадзе. Песчаная сказка» будут радовать гостей на манеже нижегородского цирка во время школьных каникул и даже 8 марта. Новое шоу уже увидели более 10 тысяч зрителей. Билеты раскупают на несколько недель вперед, что в очередной раз подтверждает качество шоу продюсерского центра «Королевский цирк Гейрадзе». Успейте и вы порадовать себя и своих близких. Ближайшие представления уже в эти выходные. Служба информации, Екатерина Васильева.